матче. Второй матч не получается забить. Чего не хватает? Матчи против Ахмата у нас много моментов было, там проблем чисто с реализацией. Это, сегодня этих моментов было меньше, но я думаю, 2-3 были моменты, где могли мы забить. Ничего, сейчас продолжаем, все в наших руках, ногах. Мы на первом месте, конечно, это обидно, то, что две домашние игры и только два очка, но будем биться дальше, стараться. И, так как я сказал, все в наших руках, и мы не смотрим на соперников. Три игры остались. Я думаю, может быть, даже легче то, что играем против Краснодара и Зенита. Мы показали уже в этом чемпионате то, что мы хорошо чувствуем себя в контратаке, и я думаю, то, что эти две ближайшие игры так будут выглядеть, то, что можем играть больше на контратаке.